Так, по поводу кольцевой. С той стороны, когда едет, там знака «Уступи» нету. Кто уходит вот в эту сторону, он никого не пропускает, это останавливается, вот этот поток останавливается. А вот тот знак, который поставили, это уже, видите, здесь островок безопасности есть. Это тот, кто туда уходит вправо, они обязаны уже пропустить тот поток. И все это для этого сделано. Вот сейчас ребята, сотрудники, здесь вот стоят, они все разъяснили мне.